Итак, дорогие коллеги, у нас сейчас 14 часов по московскому времени. Еще раз всем доброго дня, у кого-то доброго вечера, у кого-то доброго утра. Я быстро посмотрела географию, которая вот сейчас была видна по участникам. От Австралии по всей России есть представители, Европы, США, так что география очень интересная. И надеюсь, что наш сегодняшний вебинар, он последний в цикле вебинаров, которые проходят при софинансировании Дома Москвы в Вильнюсе. Вебинары проходят в рамках проекта международного сетевого «Русский мир. Масс-медиа». И сегодняшний наш вебинар посвящен теме «Как читать интересно». На первом вебинаре мы с вами разбирались, кто же такие билингвы и каковы их специфические характеристики, отличающие их от людей с монолингвальным, монокультурным мышлением. И сделали выводы о том, что очень важно давать детям-билингвам возможность разносторонних, разноплановых точек зрения, переключения точек зрения на одно и то же событие. И на втором вебинаре мы посмотрели, как работать в проектных технологиях, в режиме смешанной аудитории, возрастной или смешанной, или уровневой, разноуровневой смешанной аудитории, в режиме перевернутого класса, когда основную функцию познания несут дети, а педагоги им только помогают, их только поддерживают. И сегодня мы как раз попробуем с вами поработать так, как я работаю с учениками со своими, например, в онлайн-школе «Место», это австралийская онлайн-школа, и там ребята из разных-разных стран мира, с которыми мы работаем на вебинарной тоже площадке или по скайпу, в зависимости от того, индивидуальные это консультации, занятия или групповые. И для нашего сегодняшнего с вами занятия я выбрала урок, один из таких простых, вы видите, только второе занятие, то есть когда мы только начинаем с ребятами, мы уже давно с ними это прошли, да, в прошлом году еще, но когда мы начинаем, мы пытаемся разобраться сначала, что такое текст вообще, при этом не разложив его на составные части так, чтобы возникло отвращение, да, такое тоже бывает, особенно у специалистов, занимающихся анализом текста, они иногда слишком далеко заходят в этом анализе, и получается, что до синтеза уже дети никогда не дойдут. И, во-вторых, когда мы понимаем, что такое текст, мы начинаем догадываться, а потом пытаемся разобраться, как же рождаются смыслы. Ведь смыслы у каждого читателя, они свои. Каждое слово, каждое понятие, которое мы слышим, мы осмысливаем по-своему, исходя из своего опыта, исходя из своей ситуации, исходя из своего понимания вообще этого слова, да, потому что от словарного значения наше понимание может достаточно как бы отличаться. Например, я уже приводила ситуацию, когда ребенок билингв отказался использовать как перевод слово «булочное» для слова «бекерай», мотивировав это тем, что «бекерай» в Германии и «булочное» в России абсолютно разнофункциональны, и для него смыслы, его индивидуальные смыслы, они не налагаемы, хотя в словаре это перевод. И вот также мы сейчас посмотрим, как рождаются смыслы текста и как можно эти смыслы раскрывать в проектной работе в режиме перевернутого класса с нашими учениками. И начнем так же, как мы начинаем с нашими ребятами. Если мы собираемся говорить о черных котах, то давайте сначала до прочтения текста про черных котов разберемся, что же такое черный цвет. Всегда, когда я провожу занятия, я стараюсь брать не только какие-то лингвистические, да, словарные материалы, какие-то материалы литературы, а поскольку жизнь, она междисциплинарна, и мы работаем в режиме проектных уроков, то я беру также и материалы из других дисциплин, из других областей знания, из областей интересов своих учеников. И вот к таким областям знания относится в том числе живопись.
И мы обсуждаем, что же такое черный цвет, когда мы смотрим, ну, здесь для примера, на работу Малевича 1915 года «Черный квадрат». И ребята сначала говорят, что черный цвет вызывает у них, очень часто они говорят, эмоции, как будто бы еще что-то не началось, или что-то закончилось, и вот закрылась какая-то дверь для того, чтобы открылась новая дверь. Или они говорят, что это какое-то окно в вечность, или они говорят, что это окно в неизвестность. То есть вот такое ощущение двери, окна, какого-то портала, через который можно куда-то в другое пространство войти, вызывает такие ощущения, такие смыслы рождаются у детей поколения Z, у подростков поколения Z, когда они рассматривают черный квадрат Малевича. Еще мы проводим иногда с группами, с которыми мы работаем уже в индивидуальном таком режиме, через Skype, с ребятами, с которыми мы работаем в индивидуальном режиме, я им предлагаю взять лист белой бумаги, поставить в его центре черную точку черным фломастером и потом попытаться осмыслить, а что же это такое? И они говорят, что это, наверное, просто в однодимензиональном пространстве это какой-то канал, это какой-то коридор, это какая-то связь. Это какая-то ниточка. То есть в отличие от нас, от старшего поколения, от поколения X-ов и Y-ов, у поколения Z черный цвет не вызывает однозначно негативной печали, какой-то негативной эмоции. И вот когда мы поиграли, поработали с черным цветом Малевича, опять же, если есть время, если мы работаем несколько уроков вот по этой теме, то тогда я предлагаю дорисовать черный квадрат Малевича, сделать некую аппликацию, прислать ее мне по скайпу, прислать ее мне по мейлу, и мы собираем такую галерею развития идеи черного квадрата Малевича. Тоже детям это очень нравится. И когда мы разобрались с тем, что черный цвет, во-первых, он неоднозначно негативен и неоднозначно траурен, а наоборот, он очень многозначный, мы начинаем разбираться, какие смыслы существуют у понятия черный, да, в русском языке и в других языках, на которых говорят наши ученики. И вот тогда второй вопрос, что же бывает черным? И вот эта коллекция, такая кусочек коллекции, это набирала не я, это набирали мои ученики. Они в интернете искали, а что может быть черным, да, в различных поисковиках. И возникала черная дыра. Опять-таки, это что? Это как бы дырка, как в брюках, да, дырка в пространстве, в которой ничего нет, или там начинается за ней некое новое пространство, куда втягивается все из нашего пространства. Чернослив, да? Чернозем, черновик, чернорабочий. И даже вот когда мы начинаем говорить о чернорабочем, очень часто ребята говорят, ну, чернорабочий, ну, такие переводы или такие же понятия существуют во многих других языках, это малооплачиваемая такая специальность, которая рассматривается как низкоуровневые, да, люди, которые имеют низкий социальный статус. И вот исходя из значений, из других использований, других контекстов слова «черный», ребята понимают, что чернорабочий – это необходимая ступенька, без которой тем, кто работает по-белому, эта работа будет, для них эта работа будет невозможна, потому что чернорабочий – это тот, кто готовит почву. То же самое без чернозема, не испачкавшись, да, в черноземе, не испачкав руки, нельзя ничего ни посадить, ни собрать, а значит, нельзя будет ничего ни использовать, ничего съесть. То есть вот о пользе чернорабочих, о том, что испачкать руки, это как бы это не грязь, да, это чернозем, и мы в них не пачкаем руки, а мы обогащаемся в том числе и физически, и духовно, созидая что-то на земле. Черный ящик, мы узнаем о том, что черный ящик оказывается совсем не черный, он рыжего, ярко-рыжего цвета, как вы здесь видите, и тогда обсуждаем, а почему же его назвали черным ящиком, почему люди использовали вот такое непонятное понятие, непонятное определение, хотя цветовая гамма совершенно другое. И
У меня была ученица, которая сказала, а вот ящик Пандоры, интересно, какого цвета он был. Можно ли сказать, что ящик Пандоры – это черный ящик, ящик полный тайн, да, но тайн негативных, и то же самое черный ящик здесь. Могла быть проведена параллель, спросила эта девочка, 11 лет, могла ли быть проведена параллель между черным ящиком в самолете, например, и черным ящиком Пандоры. Наконец, мы говорим о черновике, черновиках Пушкина, и почему без черновика чистовик тоже невозможен. Вот такие интересные промежуточные действия мы выполняем, когда мы работаем с отдельными словами, как полноценными понятиями, нащупывая их смыслы для каждого из учеников. При работе с другим текстом, например, у нас возник такой вопрос, а что такое прохладно? Что такое прохладно в вашей стране? И выяснилось, что у каждого свое прохладно, у каждого свое жарко, у каждого свое холодно. И, например, в Австралии холодно, это уже 20 градусов, это холодно. Холодно, или в Таиланде, Сингапуре, а в Германии холодно – это 10 градусов, а в России там холодно – это минус 10 и так далее. И вот когда мы разбираемся с этим, с одной стороны, индивидуальными смыслами каждого понятия, с другой стороны, этнокультурными, контекстными смыслами, мы также рассуждаем с ребятами и о том, что когда мы читаем текст, кому-то текст нравится, кому-то он интересен, для кого-то он захватывающий, чем кажется, а кому-то он кажется скучным, именно потому, что у того, кому текст кажется захватывающим, больше индивидуальных смыслов, связывающих его как читателя, его биографию, его ситуацию с этим текстом. А у того, кому текст кажется скучным, этих смыслов вообще нету. И поэтому сегодняшней молодежи очень часто скучным кажется Пушкин. А, например, Бродский, да, кажется захватывающе интересным. Или скучным кажется произведение Паустовского «Длинными затянутыми», как мне говорили ребята, а не менее длинные на самом деле, а даже более книги про Гарри Поттера кажутся великолепными, потрясающими, потому что смыслы, они поколенческие, да, и эти поколенческие смыслы, они тоже, их тоже необходимо учитывать, когда мы выбираем произведения для наших ребят. И когда мы работаем с детьми, я очень часто ориентируюсь на то, что они приносят с собой в своих клювиках, какие вопросы, какие произведения. И вот одна из учениц принесла песенку о черных котах, вот о черном коте в этой ситуации. Это «Черный кот», музыка Саульского, стихи Михаила Танича. Написана она была в 59 году, но дети ее поют, и не только дети, ее поют до сих пор, даже не до догадываясь о той глубине смыслов, которая в ней заложена. Я так думаю, что многие из нас, многие из вас, дорогие коллеги, знакомы с этой песней, но на всякий случай я текст Михаила Танича здесь привела полностью. И давайте каждый прочитает его для себя, и в чате мы напишем, а какие слова или какие предложения, какие словоформы, да, обратили на себя конкретно ваше внимание. Вот то, что обратило мое внимание на себя, я выделила разными цветами. А какие слова, словоформы, предложения обращают ваше внимание на себя, когда вы читаете этот текст? Быстренько, если можно, в чате это зафиксируйте. Что обращает на себя ваше внимание, когда вы смотрите данный текст, когда вы читаете данный текст? Какие слова, какие понятия, какие словоформы, какие выражения? Коллеги, если можно, в чате, работаем активно. У нас мало времени, а нам нужно два текста о черных котах сегодня посмотреть, чтобы понять, что же там, где там кот спрятался, черный в темной комнате. Как обидно быть черным котом, замечательно. Ольга обращает внимание, как обидно. Пока наоборот, наоборот только пока. Угу. Замечательные вопросы.
Кстати, вот такое, на это же обращают внимание дети. А почему только пока наоборот? И как долго это пока может продолжаться? Тоже такой вопрос был, и очень интересный ответ дали ребята. Так, еще что обращает внимание ваше? Ну, смотрите, например, начинается все «жил-добыл». Да, «жил-добыл» – это сказочная формула. И ребята очень быстро это выхватывают и говорят: «О, а мы когда пели эту песню», например, вот девочка, которая принесла эту песню, она сказала: «А когда мы ее пели, мы как-то даже не обратили внимания. Вот когда сейчас я читаю, да, как зачин в сказке». И вот эта сказочная формула, она еще и «за версту». Все правильно, Анна. «Жил-добыл» как зачин в сказке, и «за версту» тоже такая сказочная формула, потому что слово «верста», оно устаревшее, и у версты нет конкретного цифрового значения, точнее, оно есть, но просто оно разное. Есть коломенская верста, есть московская верста, есть владимирская верста и так далее, новгородская верста, и там разные цифровые значения. И вот когда текст читается, то есть не слушается, почему так важно? Не просто слушать текст, а его именно читать, иметь перед глазами, хоть на планшете, хоть на бумаге. То здесь, я читаю в это время, да, что Наталья пишет, точнее, обе Натальи, то здесь мы видим, что «жил да был» – сказочная формула и «верста», и дети понимают, что речь идет как бы о сказке, то есть как бы о такой реальности, которая вроде бы и не существует, или существует помимо нас в каком-то далеком прошлом, а мы просто ее исследуем. И это исследование для нас безопасно, потому что мы можем исследовать то, что было в далеком прошлом, ничего не случилось. И когда мы погружаемся в эту сказочную реальность, мы начинаем по ней более свободно перемещаться, потому что, ну, это же сказка, да, то есть это же безопасно, это должно наверняка хорошо закончиться, поэтому как бы мы там чего не изучали в этом тексте, ничего плохого быть не может. И дальше выделяется главный, основной персонаж, основное действующее лицо – черный кот. Да, и опять-таки черный кот обычно в сказке связывается с Бабой-Ягой, и мы вспоминаем, и дети очень быстро вспоминают, что черный кот сопровождает Бабу-Ягу. Баба-Яга является хранительницей перехода между миром живых и миром мертвых. Это первый наш предок, она не плохая, не хорошая, она такая, как бы каков к ней человек, обращающийся к ней за помощью, или правильно или неправильно эту помощь запрашивающий. И, соответственно, черный кот – это представитель как бы границы миров в сказке. Он между жизнью и смертью, он владеет некой тайной. Иногда люди вспоминают чеширского кота, да, что была в темноте видна только его улыбка, а значит, он был черным. Такой, кстати, вывод очень часто приходит у людей, которые читают на английском языке, в том числе оригинал произведения Алиса в «Зазеркалье». И другие вспоминают кота Баюна, да, цвет которого тоже, скорее всего, был черным. Соответственно, по поводу черного кота уже возникает масса смыслов, и поскольку мы до этого говорили о том, что черный цвет, он никакой, он не положительный, он не отрицательный, он нейтральный, и в разных контекстах он проявляет себя относительно человека, его воспринимающего, так, как этот человек готов его принять, да, и мы понимаем, что и про чернорабочего мы поговорили, и про черные дыры, и про черный квадрат, и поэтому черный кот для нас оказывается, как и черный квадрат, таким проводником в какой-то другой сказочный мир, в котором нам нужно задуматься, в котором нам нужно провести какое-то исследование, чтобы понять его. И где находится этот сказочный мир, где живет кот, это находится за углом. И вот теперь вопрос к вам. А почему я выделила, как вы думаете, вот это «за углом»? «Жил да был» – сказка, да, сказочный Баба-Яги, хранительница пограничного мира, черный кот – «за углом». Что это за углом? Почему это пространство «за углом», оно настолько супер, великолепно совмещается и с черным котом, вот этим вот образом, сопровождающим образ сказочной Бабы-Яги, и с «жил да был»? Правильно, ничего не видно. Не видно
того, что за углом. Мы не можем предположить даже, что за углом, пока мы не зайдем за этот угол, и это за углом не станет нашей реальностью. То есть вот это пограничное пространство, это мир, где мы сейчас, и мир за углом от нас, куда мы не можем заглянуть, потому что это за углом. И кота ненавидел весь дом. И вот тут уже дети, ну, большинство учеников говорят: о, а может быть, кота-то он ненавидел, потому что кот жил за углом, потому что кот жил там, куда нам хода нет, потому что весь дом не понимал кота, а всего, чего мы не понимаем, мы боимся. То есть вот уже если правильно проработать с ребятами, дать им возможность позадавать вопросы, дать им возможность пофантазировать, дать им свободу мысли свою, своей развить, то тогда уже на втором, вот на этой второй строчке они говорят: ненавидел почему? Да потому что этот кот жил не там, где все, этот кот жил там, где всем было не видно, этот кот жил там, куда доступа другим нет, этот кот жил как бы в сказке за углом, этот кот жил на границе миров и мог посмотреть и в тот, и другой мир, а мы, люди, живем здесь, во дворе, где все открыто, все доступно, все обсуждают, и нам самим нет возможности зайти за угол, чтобы спрятаться. Если мы заходим за угол, мы исчезаем для всех, кто живет во дворе. И опять же, посмотрите, есть кот, он один, да, и есть весь дом, есть единица и есть толпа. Вот на этом шаге, ребята, как правило, это еще не выделяет кот, да, то есть фактически получается, что в ситуации антагонистов находится множество людей, находится, да, масса, толпа, и единица, кто-то, кто один, кто-то, кто может посмотреть дальше, кто-то, кто живет в другом мире тоже, кто-то, кто может быть посредником между мирами, но его как бы боятся и так далее, и ненавидят. А дальше очень интересно. Дом ненавидел кота, и люди не ладили с котом. Ребята очень часто не понимают, что такое ладить, потому что это слово не относится к их вокабуляру, это слово не является современным. Ладить, идти на лад, приладить, наладить, музыкальный лад, да, то есть вот тут вот можно поработать с этим словом, просто пояснив им или дав вам возможность самим понять, что такое это слово и как вообще выходить на значение этого слова. И правильно вы обратили внимание, что много раз повторяется, что песня не о том. Она и не о том, как не ладили с котом, и не о том, как охотился двор за котом, да, опять антагонизм, весь двор и один бедный кот, за которым этот двор охотится. И не о том, как мурлыкала кошка с котом, кошка, которая на его стороне. То есть вообще не о том, не о том, не о том. Так как вы правильно спросили, ребята также спрашивают: ну хорошо, а если это не о том, а зачем тогда вообще об этом писать? Тратить бумагу, тратить время, тратить слова. Давайте напишем сразу, о чем эта песня. И тогда я ребятам говорю, что смотрите, когда мы что-то не хотим говорить в лоб, как мы говорим тогда? Они говорят: ну, мы пытаемся это объяснить другими словами, как-то аккуратно зайти с другой стороны. Я говорю: так, смотрите, зайти за угол, зайти с другой стороны, это что мы делаем? Когда мы пытаемся что-то объяснить, мы пытаемся встать на позицию собеседника и с его точки зрения, посмотрев на ситуацию, эту ситуацию ему объяснить. И давайте посмотрим, что здесь происходит. Песня не о том, не о том и не о том. То есть дается некая ситуация, а эта картинка ситуации раскрашивается все более яркими красками. Мы понимаем не только, где этот кот жил, мы понимаем, почему как бы взят черный кот, мы понимаем, что такое за углом, мы понимаем, что кот и люди антагонисты, но люди при этом выступают как масса, они безличны, их много, такая безликая масса двора. Кот живет за углом в таинственном пространстве, люди живут на дворе, на открытом пространстве, где всех обсуждают и все как на ладони, да, благодаря этому не о том, мы понимаем, что люди суетятся,
целый день во дворе суета. А суета, откуда мы знаем? Суета, сует. Я им предлагаю это слово найти, опять-таки, в интернете и посмотреть, в каких контекстах это слово встречается. Более того, мы очень часто составляем облако слов. Есть такая программа, в которой можно составить облако слов. Программа бесплатная в интернете, а потом это облако слов скачать. Облако слов, связанных со словом суета. Суета, сует и все суета. Да? И более того, я иногда даже даю им вот эту цитату из Экклезиаста. Прогоняют с дороги кота. То есть это суета, когда прогоняют кота. Это бессмысленное действие, это бессмысленное телодвижение, потому что они ни к какому результату положительному, продуктивному не приводят. Как и любая охота кого-то за кем-то. Но охотился двор за котом, преследовал двор кота, оказывается, что этот кот, это единица, которая, ну как вот, то, что немцы говорят, цель, шайба, то есть единица как мишень, кот как мишень. Двор охотится за котом, потому что он не такой, как все, потому что он может видеть за углом, потому что он может жить за углом, потому что он и там, и здесь может чувствовать себя вольготно, и так далее, и так далее. И поэтому двор ему эту жизнь портит, делает его мишенью. Про версту мы уже поговорили, что это сказочное, опять-таки, такое понятие тоже устаревшее. И приходилось встречаться коту, то есть двор навязывает коту, который к этому двору не принадлежит, который житель другого заугольного пространства. Двор навязывает свою точку зрения. Для того, чтобы не навредить кошке, кот встречается с ней где-то за версту, в непонятном, в другом пространстве. И опять-таки, я всегда предлагаю своим ученикам самим в интернете посмотреть числовое, сколько там в цифрах верста. И бросаем такие понятия: Московская верста, Коломенская верста и так далее. И когда они выясняют, что понятие верста, оно вот такое бесконечное, да, то есть там может быть разное числовое значение, они говорят, то есть он встречался опять-таки в каком-то сказочном пространстве, непонятно где, непонятно за сколько метров, за сколько километров, где-то там он встречался, чтобы только не в этом мире дворовых людей. И вот дальше начинается ответ, собственно, на вопрос, а о чем же эта песня? Мы уже все знаем про людей, мы уже все знаем про кота, мы уже все знаем про этот мир, где на кота, который не такой, как все, ведется охота. А теперь мы начинаем как бы узнавать, а что же думает об этом всем автор. «Бедный кот от усов до хвоста был черней, чем сама чернота». От усов до хвоста, да, тут тоже выделено сиреневым цветом, как и чернее, чем сама чернота. И поскольку ребята у меня получают такую же картинку, как видите вы, я предлагаю им догадаться, а почему я вот эти две части текста, от усов до хвоста и чернее, чем сама чернота, почему я их выделила именно сиреневым цветом, а не зеленым, не голубым, да? И они начинают так: от усов до хвоста, он весь от усов до хвоста, чернее, чем чернота. А, это устойчивое выражение, это фразеологизованное выражение. Им люди в русском языке пользуются не только в отношении котов, да, можно сказать, ну, ты весь от усов до хвоста сегодня такой разодетый, да, говорят в такой просторечий разговорный стиль, даже больше просторечий, чем разговорный. Чернее, чем сама чернота. Ну, он чернее, чем сама чернота по душе, по характеру, внешности и так далее, и так далее. С одной стороны, это фразеологизмы, то есть мы не задумываемся, когда их произносим. А давайте задумаемся, что значит чернее, чем сама чернота. То есть на свету он черный, на свету он не такой, как все, но и в темноте он не такой, как все, потому что он даже чернее черноты. То есть он настолько не такой, как все, он настолько и единичный, он настолько выбивается из толпы, он настолько выбивается из массы, что даже в темноте, да, ему будет не очень комфортно, может быть, потому что он слишком черный.
И песенка, в общем, о том, сообщает нам писатель, как обидно быть черным котом. И вот вы, когда я просила написать, а что же обращает внимание, написали, что обидно быть черным котом обращает внимание. А почему это обращает внимание? Когда мы с ребятами дочитали до этой строфы, они так споткнулись об это. Не могли сначала даже объяснить, почему. Тогда я предложила подумать, а вот какие чувства может испытывать кошка, собака? Им может быть больно, им может быть страшно, а может быть им стыдно? Может быть, давайте попробуем ответить на вопрос. Может быть стыдно? Может быть, черным котам стыдно? Или вообще котам, собакам, кошкам стыдно? Вот больно может быть? Вы считаете, что им может быть стыдно? Но есть такие собаки, которые лапой закрывают нос, и, в общем, и смотрят так, что вот вроде бы им стыдно. Анна считает, что может быть стыдно. Еще кто как думает? А может быть, обидно? Ольга считает, что может быть стыдно, может быть обидно. А как они проявляют вот в отношении человека, что им стыдно, что им обидно, что им не больно, что им не голодно, что им некомфортно, а именно стыдно и именно обидно? То есть как они могут это проявить? Вот вы считаете, что это есть такие детализированные эмоциональные состояния у животных, что именно стыдно, именно обидно, они это различают, стыдно от обидно. Ага, вот теперь, когда я уже сказала про детализацию, начали писать, что нет. Значит, люди, которые занимаются зоологией, они говорят, что нет. Именно такая узкая детализация эмоциональных состояний животным не свойственна. Человек иногда хочет думать, что животное настолько близко к нему по своему уровню развития, мне тоже так иногда хочется думать, что, во-первых, животное абсолютно вас всегда понимает, и ваши эмоции, и ваше состояние, и способны это все сочувствовать, сопереживать от и до. И многие животные как бы сопереживают и сочувствуют, и лечат все, и поддерживают. Но вот таких узких, да, они просят прощения, трутся, но они просят прощения не потому, что им стыдно, как объясняют зоологи, а они просят прощения, потому что меняется ваше эмоциональное состояние как хозяина, и они чувствуют перемену вашего состояния, и есть как бы единственный вариант, да, для них, что что-то не так, значит, вероятно, что-то не так и с ними, значит, вас нужно успокоить. И у них уже есть опыт того, как вас успокаивать. Вот, например, у меня две кошки, одна успокаивает меня по-своему, другая успокаивает меня по-своему. Они абсолютно по-разному успокаивают, но как бы они реагируют на изменения моего эмоционального фона. То есть сказать о том, что обидно именно коту, обидно быть черным котом, то есть коту обидно быть таким, какой он есть, это слишком, ну, как большой шаг в сторону очеловечивания, да, олицетворения животного. В сказке, да, замечательно, в сказке очень, это возможно, да, то есть сказка, она построена на приеме олицетворения животного, поэтому то, что здесь, где черный кот жил да был за углом, да, в каком-то промежуточном пространстве, то, что этому сказочному черному коту обидно, то, что этому сказочному черному коту там может быть и стыдно, и горько, и по-всякому, да, это нормально, он же сказочный. Да? Но мы думаем, но в реальности же это нереально. То есть если все остальное до сих пор, оно как-то совместимо с реальностью, люди боятся черных котов, люди гоняют черных котов, но здесь-то как бы с реальностью никакой связи нет, соответственно, ну ладно, сказочному коту обидно, там он мудрый, он человечное олицетворение и так далее, а реальному черному коту это недоступно чувство.
И вот самое интересное – это припев. Он так часто повторяется, что опять-таки замыливается ухо, замыливается глаз, поэтому здесь мы даем припев только один раз в самом конце. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот, только черному коту и не везет. И вот тут я, когда мы доходим до этого момента, я даю ребятам посмотреть маленький-маленький, буквально на полторы минуты, фрагмент из фильма «Доживем до понедельника», когда главный герой этого фильма, учитель, говорит, что он не любит вот этой формы, формы глагола, который обычно третье лицо, да, неопределенно личное, третье лицо множественного числа. И вот эта неопределенно личная форма как бы ничего нельзя сделать, но при этом никто и не виноват. Да? Говорят, не повезет. Кто говорит? Кому говорит? Когда говорит? Ничего не понятно. Неопределенная личная форма. Ничего нельзя сделать, но при этом никто не виноват, то есть нет возможности повлиять на ситуацию, к лучшему ее изменить, потому что непонятно, кто эту ситуацию создал. И мы с ребятами пытаемся вот понять, а в чем, что плохого, когда нету конкретного говорящего, когда нету конкретного действующего лица. Почему очень важно вот это понятие ответственности каждого за каждое слово и за каждый свой поступок, индивидуальной ответственности. У нас на сайте есть прекрасная статья мамы англоязычного билингва, а мы в русском языке. Почему в русском языке, когда писали раньше диссертации или какие-то научные статьи, всегда писали «мы думаем, мы считаем», как бы я и мой научный руководитель, и еще кто-то, там какие-то мои предшественники. А, например, в Германии нужно четко проговаривать «я считаю», «я думаю» и это аргументировать. Вот это уход от «я» в «мы» и возвращение от «мы» к «я» – это и есть переход от безответственности к индивидуальной ответственности, когда отвечает каждый и подписывается под каждым своим словом. Тут и можно поднять и вопрос антиплагиата и так далее, и так далее. И вот это… И вот эта форма «говорят, не повезет», да, она, собственно, дает возможность с детьми обсудить вот тему ответственности, тему действия человека, который подписывается под своими поступками, и толпы, массы, которые очень легко манипулировать, но которые ответственности не несет. Опять-таки, мы говорим, если черный не повезет, если черный кот дорогу перейдет. Это что? Это суеверие, это штамп. И что значит суеверие? Что такое штамп? Откуда мы получаем суеверие? Когда хорошо, что родители нам что-то передают, а когда родителям стоит, может быть, что-то придержать при себе, чтобы не передавать штампы, чтобы не передавать стереотипы мышления, стереотипы, которые сформированы были задолго до них и до нас, и которые в нашем сегодняшнем мире могут не работать, а из-за того, что в нас их заложили, они продолжают существовать. Мы уже не знаем, почему и что. Да, тут, кстати, один мальчик очень хорошо вспомнил, ученик, он говорит, ну это как у Монтеки и Капулетти, вспоминаем, да, Шекспира. Нет повести печальнее на свете, чем повести Ромео и Джульетти. Он говорит, это как у Монтеки и Капулетти. Родители передали своим детям вот этот груз ненужных совершенно стереотипов и клише, и дети, уже не помня, почему семьи поссорились, уже не помня, в чем проблема, они должны продолжать этот груз нести. Вот то же самое тема здесь. Дальше... Если пока наоборот, только черному коту и не везет. То есть в реальности всю ответственность, всю тяжесть ответственности перекладывается на черного кота. А дальше, когда мы это вот все так прочитали, как сказку, я предлагаю детям нарисовать вот это сказочное пространство. И они рисуют весь двор, люди, которые ненавидел, охотился, прогоняют, да, как мишень черный кот –
встречался, мурлыкала, как бы кошка, с одной стороны, она с его стороны, как бы она с ним, потому что он с ней встречался, она мурлыкала. И дети рисуют какой-то фон, то есть я им предлагаю представить фон всего этого происходящего. Они находят фотографии, они подкладывают в фотошопе фотографии дворов, улиц, да, и так далее. И потом мы обсуждаем, так о ком и о чем эта песенка, да, может ли быть, если мы выйдем из сказочной ситуации в нашу с вами реальность, может ли так оказаться, что эта песенка у нас с вами? И от тех ситуаций, которые мы создаем, опираясь на клише и стереотипы, опираясь на то, а вот говорят. И здесь мы с ребятами обычно выходим на тему, в том числе, личной ответственности за наши взаимоотношения, тему людей, которые не такие, как все, людей-изгоев, людей-преследуемых. Я рассказываю о том, что происходило в России в 59-м, там, 60-м, до 64-го года, то есть до как бы такого пика периода оттепели, и о том, как не таких, как все, преследовали, как их называли диссидентами, как их высылали в 24 часа из страны. И к следующему занятию, у нас же проектные занятия, да, у нас перевернутый класс, я предлагаю ребятам выбрать портрет одного диссидента или даже как бы создать такой совокупный портрет диссидента, посмотрев в интернете, кто такой диссидент, кем, как бы, кто в Советском Союзе считался диссидентом. И они находят Бродского, они находят запрещенную литературу, потаенную литературу, так называемую, они находят Пастернака, они поднимают их биографии и как бы на втором уже занятии по этой теме они рассказывают мне, кто же такие диссиденты, кто такие эти вот черные коты, которые чернее, чем сама чернота для окружающего их общества, а может быть, в каком-то другом мире они белые. Да, это вот черные и белые, относительность цвета, относительность этой окраски, которую дает толпа, и преследование не таких, как все. Были ребята, которые говорили, что просто негры, негры в негритянской стране, да, так называемые афроамериканцы, да, их принято так теперь называть, они тоже могут быть уже вот по цвету кожи преследования. Люди аутисты, люди дауны, люди с другими заболеваниями, которые не такие, как все, и мир, как бы не они виноваты в том, что они не такие, как все, а мир не приспособлен к их восприятию, потому что мир слишком заштампован, мир слишком... вот в этих вот котах, как бы в этих стереотипах, в этих клише, он слишком рамочен. И, соответственно, не эти другие люди плохие, а мир просто не готов их пока понять и принять такими, какие они есть, и в том числе позитивные стороны. Вот такая песенка про черного кота, вроде бы такая простая, такая элементарная, такая... которые поют все дети вроде бы во всех концах земли, и вроде бы все так понятно и доступно, и в то же время оказывается, что она намного глубже, она намного серьезнее, и она немного о другом, если говорить языком авторов, да, она немного о другом, чем можем предположить мы с вами. И, может быть, тогда стоит задуматься и стоит проанализировать те тексты, которые мы предлагаем детям пропеть, проучить наизусть, сначала поговорить об этих текстах с детьми, понять, насколько они их понимают, понять, насколько им это все действительно интересно и насколько они видят себя в этих текстах. И теперь мы переходим ко второму тексту. Я тоже предлагаю его вам быстро почитать. Еще один черный кот. Черный кот Булата Шаловича Акуджавы.
тем, кто знал Булата Шаловича, кто жил как бы в то время, когда он был еще жив, очень повезло, потому что он в том числе комментировал в своих интервью, в своих диалогах, в своих выступлениях, он комментировал свои тексты в том числе и сам. И если, например, одна педагог спросила, ну а что, о чем этот текст, да, он тоже дал конкретный совершенно ответ. А мы с вами постараемся к этому ответу сейчас прийти сами. Опять-таки, та же самая работа, мы читаем текст, выделяем какие-то бросающиеся в глаза компоненты. Я же быстро этот текст комментирую, потому что у нас остается очень мало времени, у нас остается меньше часа, а поговорить еще нужно о многом. Итак, встречаются здесь те же понятия, да, те же слова, которые встречаются в предыдущем тексте. И ребята очень быстро говорят: «О, я все понял, здесь есть опять-таки двор, здесь есть усы, здесь есть черный кот», и потом они так: «О, а здесь нету кошки, и двор какой-то тоже не очень понятный, про людей как бы то...» Нет, говорит, все-таки, говорят ребята, этот текст все-таки о чем-то о другом. И когда они сначала таким вот нахрапом, да, бросаются на текст, начинают его разбирать на компоненты, а что уже было в предыдущем, это здорово, потому что когда они найдут совпадающие компоненты, они свяжут эти два текста, и появится пространство интертекста, в котором они могут тоже какие-то ключики найти. Но когда они понимают, что здесь самых важных вот таких вот понятий, которые выстраивали систему предыдущего стихотворения, их нету, и вот такого антагонизма, его как бы сначала и не проявляется, нужно понимать, нужно выстраивать систему снова заново, да, они начинают внимательно читать текст. Итак, здесь уже начинается не с черного кота, да, а здесь начинается с формирования пространства. И пространство с самого начала формируется не как сказочное, то, что было в предыдущем тексте, а как пространство реальное. Со двора подъезд известный, да, то есть всем известный, Булат Шалович Акуджава исходит из того, что его собеседники, его читатели, они прекрасно понимают, о чем идет речь, под названием «Черный ход». Опять-таки тема двора, со двора, то есть не с улицы, а со двора, некое внутреннее, замкнутое определенными рамками пространство. Пространство для своих. Тогда как противовес – это что? Парадный ход. Парадный ход – это был вход для людей белой кости, да? То есть это был вход для дворян, которые жили в этом доме, для их почетных гостей. А черный ход – это было для прислуги, для выноса мусора, для каких-то таких мелких темных делишек. А теперь давайте посмотрим, это было до революции. И давайте посмотрим, что произошло после революции. Те из вас, кто читал «Собачье сердце» Булгакова, да, великолепно могут себе это все представить. А после революции происходит полный переворот мышления. Я сейчас говорю о контрреволюции, да, октябрьской контрреволюции, а не о февральской революции. После этой октябрьской контрреволюции происходит полный переворот мышления. И черный ход вдруг оказывается не только ходом для темных делишек. Черный ход, особенно в период, когда чего-то не хватает, в период НЭПа или потом в период доперестроечный и постперестроечный, да, в Советском Союзе, он оказывается ходом, наоборот, для своих, для выделенных чем-то, принадлежащие к той же касте, что и вы. Через черный ход в магазине выносят какие-то редкости, которые другим недоступны. А наоборот, парадный ход оказывается входом для крестьян, для рабочих. То есть вдруг как-то меняется сознание, меняется мир. Мир выворачивается наизнанку.
И оказывается, что вот этот черный ход, он уже является ключиком к пониманию всего последующего. Черный ход до революции и парадный ход до революции, парадный подъезд, и черный ход и парадный подъезд после революции. Что происходит с обществом, которое проходит через вот этот вот дом, который встал, ну, грубо говоря, с фундамента на крышу. И в том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Значит, мы сейчас говорим о постреволюционном времени, потому что черный ход – это поместье, черный ход – это место для своих, это место ограниченное, такое, да, местничество, поместье, это место ограниченное рамками свой-чужой, куда допускают только своих и где привольно, вольготно только своим. Но при этом эти свои делают какие-то темные делишки, да, и темнота им как щит, темнота их защищает. Они действуют, они агируют в темноте, и они пользуются темнотой, да, темнота им друг. И вот в этом подъезде, как в поместье, проживает как хозяин черный кот. Обратите внимание, в этот раз черный кот написан с большой буквы, тоже вроде бы олицетворение, да, то есть прием олицетворения, с которым мы столкнулись в предыдущем тексте, только здесь это более явно. Черный кот, олицетворение с большой буквы, то есть это о каком-то конкретном человеке. И дальше ребята лезут в текст и начинают вытягивать по кусочкам те компоненты, которые дают нам портретную характеристику этого человека. В прошлый раз было от усов до хвоста, то есть действительно как бы о коте, а снизу доверху. А здесь усы у нас повторяются. Он в усы усмешку прячет, усмехается в усы. Да? То есть усы являются каким-то характерным признаком усмехающегося в усы человека, являются конкретным признаком вот этого портрета, этого единичного, неповторимого, индивидуального, единственного в мире черного кота. Этот черный кот действует в темноте, то есть он не чернее, чем сама чернота, а он такой же черный, как темнота, и он в ней может скрыться. В темноте все кошки серы, да, то есть для него это тоже работает. Он скрывается в этой темноте. Это запомните пока, потом мы к этому вернемся. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит. Значит, здесь идет противопоставление не кота и народа, кота и толпы. А здесь идет противопоставление этого одного черного кота с большой буквы, с усами и усмешкой в усах, и других котов, которые его окружают в этом доме, проживая или в других домах. И вот эти все и этот поют и плачут и молчат. Все другие коты способны на эмоции и проявляют эти эмоции, а этот кот молчит. Вот тут очень интересно, как Окуджава дает понять, что вокруг как бы кошачий мир, и мы все, как коты, да, и кошки в этом мире агируем и реагируем, а это один кот, который где-то на пьедестале, на трибуне, превознесший себя или превознесенный другими котами. То есть олицетворение, такое множественное олицетворение. Весь мир – это не мир людей, а это мир котов. И вот этот черный кот – один из этих котов, который выделился, который оказался на пьедестале. Он и звука не проронит, только ест и только пьет. Здесь такое, да, повторение идет, только-только, как бы ограничивает. Он не живет, он только ест и только пьет. Он пользуется тем, что делают другие коты. Он живет за их счет. Если, поскольку мы с вами как бы все уже начали догадываться, в чем здесь дело, да, один использует многих, один существует за счет многих, то здесь, если я работаю с родителями, например, у меня такие занятия тоже есть, после занятий с детьми я занимаюсь с родителями, я всегда предлагаю
почитать из Швейцарии письма Владимира Ильича Ленина из Швейцарии из эмиграции, когда он пишет, что вот он и его семья – это избранные люди, и поэтому все остальные как бы должны их содержать и вот за эту их избранность. И обдумать, может ли человек, который себя выдвигает на позицию главы государства, имеет ли право он думать о себе как о неком избранном, которому все другие должны служить? Или наоборот, он избранный и должны служить всем остальным? Да, то есть вот этот вопрос избранности. «Грязный пол когтями тронет, как по сердцу проскребет». Почему здесь грязный пол, да, проскребет по сердцу? Какой звук, какие эмоции рождаются у вас? Ребята сразу говорят, как будто бы по стеклу скребет, такой неприятный, скрежещущий звук. Грязный пол. А если бы пол был не грязным, если бы пол был вымытым, смог бы там жить этот черный кот? И вот здесь, когда ставится вопрос, а если бы люди вымыли пол, смог ли быть там черный кот, вот этот вопрос уже начинает нас двигать в правильном направлении, что мы сами отвечаем за тех, кого выбираем или не выбираем, мы сами отвечаем за свою реальность. Мы, наша гражданская позиция, это основа того, что будет с нами и с нашими детьми. Если бы пол был вымыт, скорее всего, черный кот в этом подъезде, в этом черном ходу не поселился бы. Он давно мышей не ловит, ловит нас на честном слове. Опять-таки, сиреневый цвет, и ребята уже знают, что сиреневый цвет у нас – это фразеологические обороты, устойчивые обороты, которые нам дали наши предки. Он не ловит мышей и в прямом и переносном смысле, то есть он сам ничего не делает, за него делают другие. Он ловит нас на честном слове, на кусочки колбасы. Ловить на честном слове – откуда пошел этот фразеологизм? С чем он связан? А с чем он связан в период, например, до 1954 года? И вот здесь мы с ребятами начинаем говорить о культе личности, как именно о культе личности, когда толпа вознесла кого-то, сделала кого-то культом. Да, этот кто-то приложил массу усилий, чтобы стать культовой личностью, но без того, чтобы толпа сыграла короля, короля бы не появилась. И ловят нас на честном слове, вспоминают последствия культа личности. И вот тут завязывается очень интересная временная цепочка. Я же сказала, что тексты вне культуры, вне истории, вне контекста истории читать нельзя. И вот на этом тексте великолепно включается исторический контекст. «Черный ход». Да, и мы начинаем выстраивать его, мы прямо рисуем на доске, мы рисуем на бумаге ментальные карты до 1954 года. «Черный ход». «Поют и плачут», «Грязный пол», «Ловить на честном слове», «Желтый глаз горит», «Каждый сам выносит». Выносят что? Выносят ссор из избы, и каждый сам выносит ссор из избы, и еще говорит спасибо за то, что имел право вынести ссор из избы. О чем это? Это о том, как на черных воронках, таких же черных, как ночь, ночью, приезжали люди в черных одеждах, в кожанках сначала. Люди, которые увозили других людей, выводя их через черный ход, не через парадный, через черный ход во двор, сажая в черные воронки. Почему? Потому что кто-то вынес, да, ссор из избы, кто-то донес на других, кто-то написал... доносительством, да, занялся, кто-то написал на другого человека поклеп, и этого человека увезли как врага народа. И вот тут складывается такая страшная картина перевернутого, вывернутого наизнанку мира, где наказывают честных людей, где ловят на честном слове, где ловят за правду и увозят, и наказывают, и расстреливают за правду, за то, что человек осмелился сказать правду. И этот перевернутый мир, где говорящие правду должны умолчать, где люди, которые относились раньше, образованные люди,
которые раньше ходили через парадный вход, их ночью выводят через черный ход, освобождая помещение для тех, кто донес. Да? То есть это борьба за квадратные метры. Вспоминаем, как кот-бегемот говорит у Булгакова в «Мастере и Маргарите», что люди, они в принципе те же самые остались, вот только квартирный вопрос их испортил. И вот эта борьба за квадратные метры в сталинский период стала борьбой за выживание или не выживание. И вот об этом мы проговариваем с детьми, и потом выходим на последний, опять-таки, куплет этой песни: «От того-то знать не весел дом, в котором мы живем». А кто такие мы? А мы – это те самые коты, которые поют и плачут. Да? А, надо лампочку повесить, денег все не соберем. Акуджава специально уходит от этого неопределенно личного. Он перекладывает ответственность, конкретную ответственность на плечи конкретных людей. Мы виноваты. Надо повесить лампочку, надо вымыть пол. А нам всем как бы до этого никак не руки не доходят. Чтобы лампочку повесить, не соберем денег. Чтобы вымыть пол, не договоримся, кто отвечает за дежурство по подъезду. И вот из-за того, что мы не способны услышать друг друга, не способны договориться друг с другом, не способны начать все вместе активно действовать, получаются вот такие катаклизмы, получаются такие изменения в судьбе и нашей собственной, и наших детей. То есть фактически это стихотворение о чем? Оно об ответственности индивидуальной, опять-таки, за поступки. В принципе, оно о том же, о чем и предыдущее стихотворение. Давайте посмотрим. Предыдущее стихотворение о черных котах, оно было написано в 59 году Михаилом Таничем. А это стихотворение Акуджавы написано в 62 году. То есть дистанция между ними не такая большая. А они об осмыслении периода культа личности, они об осмыслении индивидуальной ответственности, гражданской позиции. Они предупреждение нам всем, чтобы мы действовали, чтобы мы говорили, чтобы мы не боялись оказаться изгоями из-за того, что скажем правду. Потому что если говорят правду несколько человек, если действует несколько человек, как в период Сталина один из людей, которые потом за это поплатились, сказали, что всех не расстреляешь. Если все начнут действовать, всех не расстреляешь. То есть проблема неспособности людей объединиться, в неспособности людей начать действовать вместе. Ну и вот дальше опять-таки рисуют расположение сил ребята, они рисуют фон происходящего, они в интернете нашли, что такое воронок, этот вот черный, да, гордость Сталинского Советского Союза, на который увозили людей в никуда, на который когда-то увезли Гумилева на расстрел. И вошли такие понятия, как культ личности, враги народа, ГУЛАГ, НКВД, позже КГБ. То есть вот здесь ребята начинают копаться в истории, смотреть, что, где, кто пишет, почему это так. Ну и начинают понимать, что же такое гражданская позиция и личная ответственность человека за то, что происходит с ним, с его близкими, в его окружении. И даже мы с ребятами выводим такую формулу успешного существования, успешной жизни, успешного развития, если каждый до точки, до вот этой маленькой черной точки, которая является коридором бесконечности, таким каналом бесконечность, отвечает за свои поступки. Если каждый отвечает за каждое свое слово, и поэтому взвешивает заранее, сказать или не сказать, да, каждый, если сказал, то сделал, делает до конца четко то, что он обязан сделать, не берется за дела, которые не по плечу, ищет того, кто эти дела вместе с ним может сделать, если они ему не по плечу. Вопрос профессионализма, как вопрос ответственности, да, вот эта вот тема, как бы, которую мы поднимаем с помощью вроде бы простых таких стишков, песенок. Сам Акуджава сказал, что эта песня, песенка о черном коте, это не песня о Сталине, это песня о народе, который этого Сталина создал, и о том периоде, в котором этот Сталин появился.
Ну и, наконец, поскольку мы всегда возвращаемся в нашу реальность, и мы пытаемся осмыслить, почему же возникла вот эта вот легенда о черных котах, как помощниках Бабы-Яги, помощники ведьмы, откуда возник у людей страх черного кота, и вообще возник ли у людей, у всех страх черного кота, почему мы так обобщаем, почему мы считаем, что во всех странах черный кот – это что-то негативное, кто нам об этом сказал, наши родители, которые видели только одну страну. И вот здесь как раз ребята находят вот такие варианты, и выясняется, что черный кот – это не всегда негатив. И к чему приходит, вот это приводит, вот это убийство черных котов. Посмотрите, в средние века тоже люди считали, что черные коты – это было, как, ну, скажем так, это было плохо. А к чему это привело? Это привело к тому, что в средние века черные коты преследовались, и их уничтожали, их отстреливали, и, не отстреливали, конечно, убивали. И дальше, ну, коты же в средние века, это что? Это охотники за крысами, это крысоловы, это освобождающие, ну, как сказать, землю от крыс, от мышей. А теперь, когда черных котов нету, выясняется, что ну, плохо без черных котов, потому что холера, чума, их распространителями являются в первую очередь крысы, мыши, а котов-то всех убили, значит, на крыс и мышей охотиться больше некому. Вот такая складывается ситуация. Холера, чума процветают, конечно, не только из-за этого, из-за общей антисанитарии, но и из-за того, что черных котов в какой-то период уничтожили. В 1880-х годах черный цвет – это цвет анархизма. Мы вспоминаем, да, анархисты, диссиденты и так далее. Черный кот, главный персонаж романа Эдгара По, и бегемот, черный кот-бегемот, персонаж мастера Маргарита Булгакова. Кроме того, мы узнаем, что в 18 веке пираты считали черных котов символом удачи. Вспоминаем, изгои, пираты, не такие, как все, да, за углом. И в Великобритании своя черная кошка – это символ удачи. Шотландцы верят, что черный кот, зашедший в дом, подарит богатство и процветание. Ну и так далее, и так далее. В США есть день черного кота 17 августа, 27 октября, то есть скоро мы сможем отметить тоже день черного кота по английскому календарю. И вот такой замечательный на корабле Виктории, такой замечательный черный кот в 40-е годы плавал в период Второй мировой войны с моряками, и корабль не пострадал, очень мало было погибших, и считалось, что он принес удачу под корабельным колоколом. Ну и потом мы с ребятами, чтобы все это закончить на положительной ноте, мы проводим вот такое кот-астроноведение. Опять-таки, это и география, и истории, и традиции, и фразеологизм. То есть это вот как бы все совокупность, это проектный урок, да. И кот-астроноведение, когда ребята ищут, а где, в каких странах еще черные коты упоминаются, где-то есть памятники черным котам. И поскольку мы живем в разных странах, и ученики мои из разных стран, то каждый присылает вот то, что у него есть. Это дом с котами. И история, от которой, кстати, латышские историки говорят, нет, это неправда, но, тем не менее, вполне похожая на правду. Латышские черные коты, которые к зданию большой гильдии повернулись хвостами, потому что туда не приняли того купца, который хотел туда войти. Кошачья возня, вот это та самая кошачья возня, когда мы не можем договориться друг с другом и не замечаем, что пока коты дерутся друг с другом, мыши проедают фундамент дома, да, о том, как важно договариваться, как важно говорить, взаимодействовать друг с другом. Знаменитый лондонский Ходж, черный кот, кот Самуэля Джонсона, ученого, поэта, это эпоха просвещения, поистине замечательный кот, который был прославлен, в том числе в литературе.
И, наконец, если говорить, что кошки, черные коты приносят несчастье, тут уже меня один из моих учеников просто вот сказал, что это все не так, потому что один из знаменитых современных черных котов, точнее кошек, кошка Индия, прожила у президента США Джорджа Буша и его жены Лоры 18 лет. Ну и, соответственно, это была счастливая кошачья жизнь. И сказать, что президент США несчастен, ну, я думаю, что особенно Буш сказать мы так не можем. Ну и, наконец, когда мы заканчиваем занятия, вот эти все проектные занятия, циклы занятий, да, вот тут мы сейчас поговорили о двух занятиях и между этими занятиями деятельности, которой занимались ребята в течение недели, мы, как правило, задаем вопросы. Мы не отвечаем на них, будучи педагогами, мы задаем ребятам вопросы, чтобы они могли задуматься и сделать какие-то свои выводы, потому что только вот эти свои выводы они дальше понесут по жизни. Все, что мы им расскажем из нашего опыта, опыт нельзя передать, это нонсенс. Передать опыт – это то же самое, что поделиться своей биографией. Ей нельзя поделиться, ее можно только прожить. И поэтому мы спрашиваем, почему важно знать исторические факты. Чем любопытны и интересны суеверия, да? Это тема для размышления самих ребят. И потом они говорят, что, вы знаете, наверное, факты нужны для того, чтобы бороться с суевериями, а суеверия нужны для того, чтобы понимать, с чем бороться. Если не понимать, какие суеверия, какие клише, какие стереотипы существуют в данной культуре или у данного человека, то бесполезно с ним дискутировать. Он будет исходить из непонятных тебе каких-то своих факторов. Потом мы рассуждаем, что общего у черного кота и белой вороны. И ребята сами делают вывод из нашей встречи потом для себя каждый. Но на следующее занятие, которое уже третье, мы разбираем дальше с ними лукоморье, мы гуляем по лукоморью, мы рисуем карты лукоморья, мы находим карты лукоморья. Это вот так вот выглядит наше домашнее задание. То есть я никогда не заставляю ребят что-то делать, я им предлагаю. Дальше кто-то делает, каждый делает свое, и потом вот из этого своего мы собираем общую мозаику. Вот такое занятие у нас проходит, точнее, это, еще раз говорю, что у нас было два занятия. Такие два занятия проходят по черным котам. Если дети помладше, мы берем только первый текст, если дети постарше, берем оба текста. Когда с родителями, мы тоже берем оба текста и как бы с ними идем теми маршрутами, которые им видятся в этих текстах. Занятие, может быть, по одному тексту в разных группах совершенно разным, но вот как бы основные позиции, которые я сегодня озвучила, ребята к ним приходят сами. Теперь я предлагаю вам задавать вопросы, которые у вас возникли, какие-то идеи ваши, которые возникли в связи с чтением этих текстов. У нас уже более 30 участников, как бы у нас круг наш вырос, стран очень много. От США, Австралии, там Новой Зеландии, Европы до самых дальних краев России. Вы можете задавать вопросы, писать какие-то свои комментарии сейчас. То, что я хотела очень быстро вам показать, что такое проектный урок, что такое междисциплинарный урок, как на примере литературного текста можно изучать, например, историю. Я попыталась это сделать, надеюсь, что хоть немного мне удалось вот как-то показать, как это делается с детьми, как они ищут материалы, какие материалы они находят, и почему так важно не умалчивать какие-то темы, о которых они потом узнают помимо нас, и себе какие-то вопросы тоже будут задавать, лучше темы поднимать. Тема актуальная для возраста, проблема актуальная для возраста, проблема той же самой гражданской позиции, гражданской ответственности. Да, Корею еще я забыла, у нас несколько участников из Кореи. Спасибо. То есть вот, если мы хотим поговорить о гражданской ответственности, если мы хотим поговорить о периоде сталинизма и вообще о периоде любой диктатуры, сейчас, к сожалению, например, в той же Турции, можно сказать, что диктатура или в Северной Корее, то есть это не стало явлением прошлого. Если мы хотим об этом поговорить, то можно говорить через литературное произведение, можно говорить как бы о сказке, которая потом возвращается в реальность.
В дошкольном учреждении, ну, текст обрабатывать вообще не стоит, текст все-таки читать, размышлять. В дошкольном учреждении я бы не стала говорить на эти темы, потому что это слишком глубоко. Для дошкольников у нас есть сказкотека, и там тоже есть тема личной ответственности, просто она поднимается на примере сказок не настолько глубоко. Если в дошкольном, то первый текст, но только в возрасте уже 5-6 лет. Да, и в дошкольном учреждении я бы воспользовалась при прочтении этого текста и его обсуждении, наверное, фрагментами технологии Persona Dolls. Сейчас я напишу, вот есть такая технология, называется Persona Dolls, то есть когда в... Когда в помещение входит такая кукла, ее приносят, она садится на колени, как ребенок на колени к воспитателю, который владеет технологией Persona Dolls, и какие-то темы, проблемы обсуждаются вот через эту куклу. Опять-таки используется прием олицетворения, то есть дети считают, что кукла живая, она в рост ребенка. И если, например, вопрос личной ответственности, вопрос отказа от клише, то приходит или кукла там на коляске инвалидной, или слишком полная кукла, да, или кукла с темным цветом кожи, если эта проблема существует в данной группе детей, и это обговаривается, обыгрывается вот таким образом. Обсуждение художественного произведения с детьми дошкольного возраста. Еще раз повторяю, есть сказкотека, там, начиная с элементарных, да, как бы легко запоминаемых, очень коротких, обработанных, адаптированных для этих детей сказок. Сначала сказки о животных, да, как вот развивалось наше общество, также мы идем по сказкам с детьми. Сначала у нас были сказки о животных, потом бытовые сказки, только потом волшебные. И вот мы, начиная со сказок о животных, таких как теремок, потом бытовых сказок, таких как сказка о репке, или горшочек каши. Вот мы прорабатываем это с детьми, и они автоматически эти тексты запоминают. Тем самым мы развиваем в том числе и их память. Но мы работаем в технологии перспективного проектного чтения, то есть так же, как и здесь сейчас мы с вами работали. Выходя на междисциплинарные связи, мы работаем и ручками, и глазками, и, естественно, речевое развитие форсируем. Еще раз предлагаю, посмотрите «Сказкотека». То есть, кто задал вопрос именно по дошколке, сказкотека. Сейчас набираю, и вы можете там посмотреть, как работать с текстом сказки. По сказкотеке есть вебинары, тоже вводите сказкотека, YouTube, и смотрите вебинары о курочке Рябе, что такое курочка Ряба и почему курочку Рябу можно читать, в том числе с совсем взрослыми людьми. Тоже это одно из занятий нашего курса. Иллюстрации к тексту можно использовать очень по-разному. Можно читать детям вслух и предложить самим проиллюстрировать, нарисовать. Можно читать детям, разложить на полу иллюстрации, предложить выбрать, а что подходит к этому тексту, расставить их по местам. Можно в процессе чтения, если вы читаете с детьми, показывать слайды иллюстрации, чтобы иллюстрировать им непонятные слова, чтобы иллюстрация как бы иллюстрировала текст. То есть очень по-разному работать с иллюстрацией. Театрализация очень аккуратна, дорогие коллеги, потому что, когда вы говорите о театрализации, как правило, считается, что вы пишете сценарий, а дети его только заучивают. Такая театрализация, простите, это тренировка памяти, ничего более. Ну, в лучшем случае, еще сценической речи. А если театрализация имеется в виду реальная, вот по Бахтину, да, театр как катарсис, тогда, с одной стороны, водить на профессиональные спектакли в театр детей намного полезнее, чем заставлять детей эту же репку инсценировать до бесконечности по вашему сценарию. Или давать детям возможность самим придумать сценарий. А что, если репка сегодня бы произошла, что бы мы сделали? Они, как правило, говорят, полезли в гаджет. Так лазим в гаджеты, работаем с гаджетами, пожалуйста. То есть дать возможность, чтобы театрализация стала элементом рефлексии. Поработали по тексту, обсудили его, поговорили, потворили, помастерили, а потом театрализация как рефлексия. Не пересказать выученное наизусть, вызубренное, какой-то сценарий, написанный взрослыми, а создать свой сценарий. А что,
если, а как бы это продолжилось, а как бы это развелось? Я ответила на ваши вопросы. Еще раз говорю, картинка, если вы даете детям картинку сразу, то вы определенным образом сковываете их фантазию. То есть, когда они просто слышат текст, почему говорят о том, что слушают сказки, мамы читают сказки, или педагоги читают сказки, сказительствуя, без картинок, без видео, без фильма, как ввод сказки, как один из вариантов ввода сказки или ввода вообще текста. Потому что, когда мы смотрим фильм, например, сейчас скажешь кому-то «Война и мир» в Германии, они сразу вспоминают экранизацию американскую «Войны и мира». Это сковывает воображение. Пусть ребенок вообразит, пусть даже у него русалка, это будет русская девушка. Потом вы разберетесь, что такое русалка. Но при первом чтении пусть он вообразит что-то, что за этими словами, какие его индивидуальные смыслы могут скрываться. А потом уже картинками вы можете откорректировать его восприятие и объяснить, что кто такая русалка, кто такой леший, кто такой водяной. С картинками еще можно работать как с метафорическими картами. То есть приемов огромное количество. Что можно делать с иллюстрациями? Можно как с пазлами, можно складывая пазл по тексту, этот текст рассказывать, сказительствовать, но уже самим детям. Ну и так далее, и так далее. Еще вопросы? Автор к теме, если по театру вы вообще работаете, прочитайте Михаил Бахтин. Михаил Бахтин. Это очень известный автор, если, ну, как бы кто-то занимается театром, то он о проблемах, например, карнавализации, он, как правило, как бы именно цитируется работы Бахтина. Сейчас я просто смотрю, что можно посмотреть в интернете, чтобы не идти в библиотеку. Работы Бахтина, как правило, например, творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья, очень известная работа, вопросы литературы, эстетики, авторы, герой, словесное творчество, вот это все очень известное. К философии поступка, очень известная работа Бахтина. Я вам сейчас просто скину линк, где можно посмотреть, вот, и там можно скачать книги Бахтина в том числе. Вопрос не по теме. Слышала о технологии говорящих стен. Где можно почитать? Спасибо. Значит, говорящая стена – это часть технологий, называется технология, это все умное пространство, умное развивающее образовательное пространство, и, говорящие стены, умный пол. Где можно почитать? Я очень сильно надеюсь, что портал Педсовет.ру и Сергей Сафронов, наконец, поскольку я сама уже поработала над этим материалом, я для них его полностью написала, они, наконец, этот материал опубликуют. Все картинки я туда вставила. И очень надеюсь, что на портале Педсовет.ру это будет, наконец, размещено. Пока же это могут быть сенсорные стены и так далее. Пока же вы можете посмотреть, у нас есть вебинар как про умное пространство. Сейчас я пытаюсь найти его линк. Да. Вы можете почитать, сейчас я кидаю линк в систему. Вот здесь, на нашем портале, который мы разработали по «Игромир образования 2035», есть материал в PDF «Говорящие стены. Образовательное пространство как арт-субъект в диалоге культур». И там вы можете это бесплатно прочитать, скачать со всеми таблицами, со всеми рекомендациями, как это все начинать, где можно, что нельзя. То есть вот я рекомендую вам этот источник по говорящим стенам и умному пространству. Еще вопросы? Я так смотрю, что вопросов вроде бы больше нету. Всем большое спасибо, что вас было много, большое спасибо, что вы активно работали, что вы до конца все дослушали. Это был последний вебинар
серии, подготовленной нами с журналом «Обруч» при финансировании Дома Москвы в Вильнюсе, серии из проекта «Русский мир. Масс-медиа». Если все будет хорошо, то тогда мы начнем новую серию, она будет тоже по понедельникам. К сожалению, она никем не финансируется, поэтому там нельзя будет бесплатно смотреть потом видеозаписи, там только бесплатно можно участвовать в режиме онлайн. Эта серия, если все получится, будет посвящена работе с современными образовательными технологиями и будет называться серия «Сказкотека». О ней тогда тоже в рассылках во всех наших, на страничке Катя Иваш в Фейсбуке, в наших группах «Игровые технологии» и «Игропедагогика» в Фейсбуке и «Проекты и гранты» в Фейсбуке мы об этой новой серии тоже напишем и вас пригласим. Большое вам всем спасибо, хорошего дня, вечера, ночи и до новых встреч, как хочется надеяться. Спасибо!